так. Похоже уже на плей-офф, потому что всем нужны очки, все смотрят в таблицу. Так что я думаю, что нам со следующей игры надо начинать набирать очки. Что для вас значит 200 голов и 400 очков в чемпионатах России? Я, честно, даже не знал. Сейчас после игры Алексей Юрьевич сказал, но ничего, для меня это... Ты меня уже давно знаешь, что для меня важно. Поэтому будем надеяться, что все самое интересное будет в плей-офф. Подбой курантов. Что загадали? Куба Гагарина. Загадала чемпионство Спартака. Чемпионство Спартака. Выиграть Куба Гагарина. Что пожелаем команде? Команде пожелаем, во-первых, без травм, стабильности. И у каждого хоккеиста есть свои амбиции. Пусть они их все реализуют и достигнут. И я уверен, что это всех нас, болельщиков, порадует. Первая смена, я думаю, как раз таки уходит от волнения. Не буду скрывать, когда сидишь еще, да, внутри тебя что-то как-то вот переклинивает. Но когда выходишь, да, все парни подбадривали, и поэтому никакого волнения там не было уже после первой смены. Было, правда, очень много моментов у нас, сегодня как-то подвела реализация.